қаражат бөлінсе, бәрін бітіреміз деп отырмыз көшейін. Болып қалды ғой енді біз. Затянувшимся ремонтом дороги население Тулебийского района крайне недовольно. Власти обещали открыть автотрассу в сентябре. Однако на деле работы приостановлены, а пыль с грунтовой дороги клубится в домах и дворах местных жителей. Этой дорогой пользуются 15-20 населенных пунктов. Кто-то едет на работу в Шымкент, другие наоборот, из Шымкента сюда, в санатории и воинские части. Часто ездят грузовики, пыль столбом поднимается, и все это в наши дома. Почему начинают хорошо, а потом оставляют дело незаконченное? И сколько теперь нам ждать, когда эту дорогу сделают? Через месяц-два начнутся дожди, а там и зима. Что мы тогда будем делать? Ремонт дороги начался весной этого года. Подрядчик, выигравший тендер, корпорация «Берекем». Специалисты строительной компании уверяют, что нарушений с их стороны нет. Вот только проблемы с финансированием не позволяют закончить намеченный объем работы в срок. Стоимость этого объекта 1 миллиард 836 миллионов тенге. Прокладка асфальта поэтапная, рассчитанная на 2 с лишним года. Средства, выделенные из бюджета на этот год, мы освоили. На данный момент из-за отсутствия финансирования ремонтные работы приостановлены. На сегодняшний день у корпорации «Береги» насчитывается более 600 единиц спецтехники и квалифицированный штат строителей. В случае, если вопрос с финансированием будет решен в короткие сроки, подрядчик завершит первый этап работ и дорогу откроет.